позиции. Нет, за счет движения. За счет Саня, ошибутся! Футболисты из Москвы с заболеванием ЦП. Ребята тоже играют в футбол, тренируются, занимаются, поддерживают вас. Будем смотреть трансляции обоих матчей. Уверены, что вы победите. И ребята из детских домов. Вот это вся большая толпа детей. Давайте поаплодируем сборной России, друзья. Смотрим, стремимся. И благодаря вам, собственно, мы и любим футбол. С помощью мяча мы укрепляем свое здоровье, укрепляем свои моральные... самые лучшие качества. Спасибо вам большое. Да, вам спасибо. Да. Миш, если надо, говори, отойди. Пошли. Миш, надо назад. Все попали. Все, спасибо. Спасибо. Пара. Здесь. И кто еще опорный? И Пруц. Здесь. Всем. Арсен, 7 на это квадрат, 2, где мячи, 1, 2 или 3, где мячи. Поехали. Помин, пожалуйста. Да, и сад. И право. Хорош, идем. И сюда. И тоже играешь на третье, окей? Пока. Нет, все время. Движение вокруг. А вот так что делать? Дальше делать? Гол забивать. Вот так, да? Молодец. Брос. Синий, пришли. Гол, синий. Или не бойтесь. 4 защитника пока там так остаются пока. Эй. Сель, спокойно, все. Двигай. Так вот синие расположились. Мы не знаем, что они будут делать. Есть. Последний мяч.
Ну, он, я опорник. Не могу сразу дать, потому что он уже близко. Мне надо только через вас играть, потом это будет свободно. Вот эти тоже. Так будете, окей, хорошо. Тоже хорошо. Хитрый Колин. Хорош, Макс! Играем, 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 а! По мне! Гори! Ай, не садись, садись! Хорош! Да! Здорово, Крас! Ну, такое, как бы, да, везде застревает кучка. Ты там колёнья тронул, по-моему. Сядем, мать? Я бы сел. Все? Тогда надо где-то сесть. Пойдем. Ты знаешь, что мы в первую очередь. Добрый день, мы узнаем. Рекомендуем на багажных полках не размещать устройства, содержащие объекты.